А потом, да, я очень ждал, когда подводки появятся. Так, ну и чё? Ютланд, Шульц, Холланд, Шиман. А еще и Зоркий. Ба-ба-ба-ба. Так, Шульц в центре. К1 контрет. Хэнди. Заказывали? Ну, у нас, походу, будет Шимакас. А, нет, вот смотри, мистер Ютланд. Убиваем? Ну, только когда надо так красиво это сделать, чтобы под конде не подставить. Сука, ты куда пошла? Их тут двое, оригинально вообще. Горит. Торпеды, смотрите. От Ютланта и от Шимы. Вот он. Он Ютланд. Еще и Шульц сюда же. Отлично. Твой, твой, вон второй твой, забираем без дымов. Маме падла. Оригинально, конечно. Торпеды по правому борту. Да, парковался. Это моя парковка, да? Да. Я зибу здесь расчищаю. Так, там кандил. А, там Шульц приехал. Ой-ой-ой. Да это меня. Никто не подсек, у них хп много. О, вообще круто. Даб. С этим гапом. Все, ушел из-под гапа. А у нас там че? Кто, че? У нас жопа, блядь. Никто, ты да я, да мы с тобой. Тебе ой, сейчас ой. Накидаю, знаешь, сколько справа, блин. Да, я там изюм, сука. Канде что-то куда-то, что-то непонятно. То жопой сдает, то передом, блядь. Там изюм в борт накидывает. Шульц здесь, сука. И что с ним делать, блядь? Так, меня светит Шима. Где Шульц? В дымах стоит. Понял. Канде катается взад вперед, блять, и все. Не переживу это. Ничего страшного. Да Канто доберете? Вот так вот я умею. Да, 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 это. А Шиму можете? Шиму? А надо? Нет, Шиму не можем. Я чуть не описался, блин. Мы отомстим за тебя, поверь. Да, Петя руна кот наплакал. Там кондю или живой? Да, вижу, я уже скинулся. Блядь. Я вижу. Блять, ебаные острова. Хорошо, полем не есть. Плохо, когда их нет.
красавчик Кандю, блядь. Надо уметь так играть. Чего он красавчик? Так отстоит за островом, блядь, срет нахуй это во все стороны, блядь. Недолго же? Ну недолго, это факт, да. Мне хватило. Чуть-чуть ему постоять и все, потом придем, всех выйдем из заражения. Стоило зайти между точками, блядь, и все. И он сорвался с места, блядь. Всё, нет, Кандю. Берите точку на здоровье. Там шум как убить осталось, все. Ну сейчас Наполи убьет. Я пойду по свечу, Наполи убьет. Торпеды прямо по курсу. Вот так вот, блядь. Оригинально, конечно, блядь. Торпеды пробросил, сука, блядь. Правда, два веера. Ну-ка, Шима, блядь, мы ж с тобой... Мы ж с тобой японцы, ёпта. Выходи, да? Да. Выходи и не кидай, блядь, нормально торпеды. Кидай их плохо, блядь. Не, ну да, это да, тут, конечно, блядь. И так хорошо шел, блядь. Самолет, сука, конченая, блядь. Интересно, куда Шима свалила, блядь? Наша команда близка к победе. Даже так? Ну, а, блядь, другого варианта я не вижу. Наполи в засвете. Да я Авику говорил. А вы зачем в этот угол-то идете? Их перехватить, что ли, попробуют? Кого? Ну, не знаю кого. Авианосец, например. Ну да. Че перехватывать? Уничтожить, блядь. И все. Игра закончится. Ну, это как следствие перехватить. Кого-то же надо убивать. У тебя торпеда лучше пускается, чем на ЗАО? Да так же. Торпеда прямо по курсу. Надо ботиной раскорячиться, да? А, ну нет, вон, смотри, вперед торпедный аппарат смотрит. Он даже
же Шиму не убили. 39 тысяч настрелял, блядь. Захватывающая игра была. О, в тройке. Вообще красота. Вы чем занимались весь бой? Ой, я этот... Понятно, узнал, понятно. Началось.